поскольку активно муссируются слухи, что Инстаграм скоро все. YouTube тоже непонятно, что дальше. Я сегодня вам расскажу, где я еще есть, чтобы нам не потеряться. Конечно, я создала аккаунты на других площадках и с энтузиазмом выкладываю контент. Я покажу, как там зарегистрироваться, как писать комментарии, чтобы задавать мне вопросы. Итак, альтернатива Инстаграм – это Телеграм. Найти там меня проще простого, либо пройти по ссылкам в описании, которые я оставила к этому видео, но предварительно нужно установить саму программу Telegram на телефон. После того, как вы ее установили, нажимаете по иконке, проходите, проваливаетесь туда внутрь. Далее в поисковой строке набираете латинскими буквами «Алла», нижнее подчеркивание «BTI». Это нужно для того, чтобы 100% меня быстро найти, чтобы не ошибиться. Попадаете на мой канал. Не ошибетесь, сразу меня узнаете. И внизу кнопочка «Подписаться». Также здесь комментарии можно оставлять под каждым постом. Я их вижу в отдельной группе, поэтому мне очень легко ориентироваться, и я отвечаю практически онлайн. Меня спрашивают, как и на YouTube, о составах того или иного средства, просят что-то порекомендовать. Как видите, все проще простого. Многие любят эту площадку, потому что она больше подходит для тесного общения. Я могу выкладывать практически онлайн посты чаще. Могу делиться какой-то важной информацией, какими-то своими мыслями о мире косметики, о компонентах, о том, как они работают на коже. Также захватываю моду. Это мое хобби. Конечно, основной мой профиль – это все-таки косметика, это уход за лицом, проблемы кожи. Но без модных тенденций и каких-то модных сочетаний я также не могу. Даже прически выкладываю, макияж. В общем, самое главное, что там все у меня позитивное, научное и жизнеутверждающее. Жду вас в гости. Если же говорить об альтернативе YouTube, чтобы посмотреть именно видео, я отдаю предпочтение Яндекс.Дзену. Уже сейчас я выкладываю там параллельно YouTube все видео, понемногу загружаю старые. В общем, весь контент в итоге продублируется. Как работает Дзен? Для регистрации у вас должен быть аккаунт в Яндексе. Далее набираете в поисковике Яндекс.Дзен. Кликаем по нему и попадаем как раз в это приложение чудесное. Дальше в поисковике набирайте здесь уже русскими буквами «Алла Бьюти». Все, он меня находит тут же. И добро пожаловать на мой канал. Кнопочка «Подписаться». Как видите, видео здесь уже во всей красе присутствует. Комментарии – та же самая логика, как и на YouTube. Заходите в видео, видите, даже интерфейс похож. Ставим пальчик вверх. И вот строка комментарии. Можно для начала написать «Я с вами», «Я присоединилась» или сразу пишите какие-то вопросы. Я также все это мониторю, стараюсь отвечать быстро и конструктивно. И на моем канале комментарии полезны не только человеку, который их задает, но и многим другим. Ведь вы меня часто просите порекомендовать что-то для кожи вокруг глаз или какой-то тонер, да что угодно. И я отправляю вам ссылки. Другие также видят эти ссылки и могут воспользоваться моими советами. Да, я не жадная. И мне нравится помогать вам, чтобы вы выглядели просто как конфетка. И самое главное, чтобы вы были довольны собой. К сожалению, я вынуждена просить поддержать мой канал финансово, чтобы мне было на что покупать косметику на тестирование. Номер карты в описании. Я прошу прощения за эту ситуацию непутевую. И спасибо вам за поддержку. Ну, вот так, в общем, девочки. Подписывайтесь на меня везде, где только можно. Радуйте меня, и это является мотивацией работать дальше. Всех однозначно целую. До новых встреч, пока!